Привет, друзья! Сегодня мы были в Охотсоюзе, вернее, я был. Взял путевку на отстрел хищника, регулирование численности хищника. Вот. Выдали бумажечку мне такую. Оп. Что у нас тут можно? Лиса 6 штук, шакал 6 штук. Волка почему-то ни одного не разрешаю. Так, что у нас еще? Вот такая вот система. Вакцина против бешенства диких плотоядных животных, живая, Рабикстал. Для орального применения. 200 штук доза. Доз 200 штук. Так что будем распечатывать. И разбрасывать. Ну как разбрасывать? Вот штыки полей, лесополосы, углы. Так, там зароще, то пшеница, то это. А вдоль лесополосы дверь передвигается всегда. И вот на перекрестках в ту сторону так и поедем. Ну не знаю, штук по 10, наверное, доз будем раскидывать. Сейчас посмотрим, что тут у нас лежит. Ой. Так. Сказали, без перчаток не работать. Живая вакцина. Вот даже как. Хранилась строго в холодильнике. Так, может, наверное, нам не нужно. Да нет. Держится крепко. Порежь. А, ну знакомая штука. Похожа на мыльные брусочки. Скользкая такая фигня. Разбрасывал я как-то. По-моему, 4000 доз. Так что 200 штук это немного. Что, сейчас мы ее в пакет перегрузим. Чтоб не таскаться. Так вот. Вдоль лесополки будут ходить они. Она с запахом услышат, унюхают. Так что так, сейчас вот там положим. Там и там положим. Вот дети води. Табуреточку на место пока. Царить не будем, тоже приберем. Ну все, пока-пока, поехали мы работать. Сейчас, наверное, километров 10-12 чухнем. Все, до новых встреч, давайте.